Привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Чем богат эфир ЛРТ на этой неделе, знаю я, Анна Троян. Не переключайся, сейчас все расскажу. Буднее время интересных разговоров. Программа «Открытый диалог» специально для тех, кто хочет всегда быть в теме. Гости в студии – специалисты различных сфер, представители местной власти и общественных организаций, деятели культуры и известные спортсмены. Задавайте ваши вопросы и получайте на них ответы в понедельник, среду и пятницу в 10.00, 13.30 и 19.00. Вот это тоже интересно, совсем другой стиль, я хочу тоже показать. Был такой, мне это напомнило, так вот сразу же говорю, вот, помните, «Бременские музыканты», это советский наш период. И вторая работа – это диско группы «Битлз», «Желтая подводная лодка», вот что-то в таком стиле сделано. Эта работа, можно сказать, дала мне понять, какой стиль мне нравится. Мне нравится стиль обрубовки и поп-арт. Потому что это чем-то напоминает работу со львом, собакой и волком. Друзья, я вас уверяю, четверг – отличный денек для свадьбы. В этом убедимся вечером. В утро своей свадьбы Долли в компании «Бутылки Рома» предается воспоминаниям о незабываемой прошлогодней любовной интриге. Джозеф, о котором она грезит, также объят приятными воспоминаниями об их романе. Но Долли-то собирается замуж за совершенно другого человека. Подготовка к свадьбе уже в самом разгаре. Не хватает только появления на ней бывшего возлюбленного. Ой, что будет! Подробности смотрим в четверг в 20. Долли, нам правда пора? Долли. Время не ждет. В завершении трудовой недели незамедлительно собирайтесь с работы. У вас будет всего 3 дня на побег. Его профессия – спасать людей. Но в этот раз медбрат помог, ну, совсем не тому парню. И вот теперь его беременную жену похитили бандиты, чтобы заставить помочь их главарю свалить из больницы. Чтобы спасти супругу и выжить самому, нашему герою предстоит выиграть смертельные гонки на выживание не только по улицам Парижа, но и под землей. Картину смотрим в 10 вечера в пятницу. Чего вы возитесь. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Погода не совсем пляжная, но на песчаном берегу Кореневского карьера многолюдно. Только вместо крема для загара в руках у каждого волейбольный мяч. Субботним вечером я гарантирую вам отличное настроение, ведь вас ждет незабываемая встреча с музыкальным квартетом. Овации, цветы и поклонники остались в прошлом, но бодрые старички из Дома ветеранов оперной сцены не намерены сдаваться. Каждый год в день рождения в Верди они устраивают гала-концерт. Гвоздем программы на этот раз должна стать новая постоялица, бывшая прима и настоящая стерва. Будет ли ее воссоединение с давними партнерами успешным, увидим 29 августа в 22.00. Джин, это я, Сесиль. Сесиль Робинсон.
Да-да, конечно. Входи, входи. Чудесная комната, больше моей. Как я рада тебя видеть. Ты еще не разобрала чемоданы? Я всем говорю, что ты до сих пор выглядишь как девчонка. А ты боишься темноты? Ну что ж, проверим вечером в воскресенье. Одинокая замкнутая девочка переезжает в старинный особняк времен 19 века. Исследуя дом, героиня находит потайной подвал, куда никто не заглядывал с момента загадочного исчезновения архитектора здания. Сама того не желая, Салли выпускает на свободу древнее порождение тьмы, которые собираются затащить ее в страшную бездну. Чем обернется любопытность девочки, увидим в картине «Не бойся темноты» 30 августа, 10 вечера. Кто вы такие? Не бойся, не бойся, мы твои друзья. Твои друзья. Друзья? Кто вы такие? Она хочет знать. Мы ее друзья. Скажем, что мы друзья. Скажем, что мы друзья. Мы хотим ночь. На этом все, мои друзья. Помните, наши новости, программы и рубрики вы можете увидеть еще и на сайте www.lrt.tv. С вами была я, Анна Троян, и ваш любимый телегид. Лето с ЛРТ будет жарким. Пока-пока.